Мастер там сейчас делает шлифовку. А мне поручено задание полностью убрать всю эту пленку в это помещение. Потому что, смотрите, пока мы реставрировали паркет, сколько пыли накопилось. Так, давайте. Раз, два. Ну вот, готово. Так, окей, у нас мало времени, нужно еще гардероб освободить. Нужно еще сделать распаковку этого помещения. Давайте, так, с чего? Ну, давай здесь. Раз, два. Все, отлично. Пустое помещение. Тоже здесь гардероб сделаем. Все, отлично, гардероб свободен. Но осталось самое главное, самое большое. Весь этот зал очистить. Так, ну что, прикольно. Поехали. Супер. Отлично. Вообще без пылинки. Вон даже на телевизоре вообще ни одной пылинки не осталось. Супер. Все, пылесосим и покрываем лаком.